Сейчас мы рассмотрим пробник фирмы The History of Hu. Это хвахун и крем. На обороте информации об объеме нету, но по нашим данным здесь 1 мл крема. Давайте откроем. Это восстанавливающий крем для век, обладает антивозрастным действием, люксовая серия. Такая красивая баночка на упаковке. Крем очень плотный, желтоватого оттенка. Пробуем нанести немного на руку. Очень мягко наносится, легко распределяется. Приятный свежий аромат у крема. Кожа после него напитанная очень хорошо, увлажненная. Очень приятный крем. Нет липкости, мне кажется, его можно смело использовать под макияж. Пробник предоставлен для обзора сайтом bbkorea.com.ua.